горы с красной. И сейчас посмотрим, что там. Панорама оттуда очень красивая, но и опасно, там слегонца так. Вот, осторожно надо быть, а так. Да? Попал? Да? Ну-ка, посмотрим. Да, нормально все. Это ерунда, это не падение. Нажми кнопку. Все нормально. Звук, конечно, падения я тоже слышал, был такой хлесткий. Все нормально. Просто один раз у меня так упал, знаешь, когда фотоаппарат очень хороший. Мне очень нравится, совсем хорошо, очень кадры делал. Красиво. Вот он так открылся в объектив и вывалился на объектив прямо. Ага, да. Все. Ну вот это закрытый. В бронежилете свалился. Да. Посмотрим, чем у нас на берегу океана поживают, что творится, чем дышат. Надо нам потом возвращаться. Погуляемся чуть-чуть. Там интересно, как это сооружение. Сетка стоит. Сетка. Да, это недавно сооружил. Может, это знаешь, какие вещи? Да. Может, это какой-то вулкан, ты там взрывали, а не там. А-а-а, это что? Не знаю. Странная вообще штука. Закрытая. Своеобразная сторона. Надо обязательно на этих серфингах как-нибудь научиться. Дело в том, что занимает время, хотя бы неделю тренироваться, я так понимаю, надо. В общем, чисто отдельно посвятить этой теме какое-то количество времени, так как такого прям сумасшедшего, безумного желания у меня нет, то пока это откладывается. Но вообще, да, Всевышний, надо будет на этой штуке прокатиться. Вообще просто научиться понять, в чем кайф этого всего. Потому что люди с этими досками ездят, специально приезжают в другие страны, перевозят их с собой. Вот, естественно, не просто так, значит, какой-то там... какая-то вещь интересная в этом есть, должна быть. Здесь у нас стрелки стоят, куда идти надо, на всякий случай. Я вот что подумал, в прошлый раз, когда на эту гору взбирались, точнее, хотели забраться, вот, уже прибыли сюда, пришли вечером, уже почти скоро должен был, так сказать, закат уже начинаться, то есть могло стать темно. И дело в том, что я еще собирался на велосипеде туда подняться, ну, естественно, с собой велосипед взять. Я представляю, что было бы, если бы туда поднялись бы,
на этих велосипедах, с этими велосипедами, стемнело бы, и надо было бы спускаться обратно. Это было бы... Монтана больше негров. Вот. Это было бы, конечно, ужасно, поэтому хорошо, что в прошлый раз мы грамотно вернулись обратно. Стали. Песок прямо в лицо бьет так хлестко. Вот у тебя из этого. О, океан, океан, океан. Вообще классный океан. Острове, Форт Авентура остров был, там вот такие вот сооружения черного цвета и очень профессионально были устроены, здесь так себе, просто чисто камни наваливали, целая система, и там пустыни. Месяц или сколько это времени надо посвятить, это что-то обязательно. Так спокойно,
Ай! Так, Целдёва, от манёвра. Парень молодец, конечно. Ландшафт. Это все у нас когда-то бывшая лава. Острова возникли из лавы.
общем, на этих Канарских островах, как вы видите, проходят, приезжают вот эти серфингисты специально здесь заниматься. Да, вулканический, все вулканическое тут, смотрите. Так они миллион лет назад образовались, и здесь вот изменялись, но вот так они лежат здесь, все происходит. Так, наш Мучангас, еще один поворот. Ага. Думаю, что за месяц можно там научиться этому всему. Просто это надо специально это, посвятить этому времени. Поворачивается в сторону. Посмотри, песок какой-то здесь.